Здравствуйте, ребята. Мы на странице 16 нашего литературного чтения за второй класс и подошли к одному из самого, пожалуй, красивого стихотворения, которое есть в нашей литературе про осень, Александра Сергеевича Пушкина. Но для начала маленькая словарная разминка. Знаете ли вы такие слова, как караван? Караван? Возможно, вы слышали караван верблюдов, да? Когда вот вереницы друг за другом, груженные, могут быть лошади, верблюды или просто фуры какие-то едут караваном, да, друг за другом. Это слово еще с тех времен, когда по пустынях водили караваны верблюдов с товарами, да, очень долго шли, они месяцами могли идти, пересекая пустыни и большие расстояния. Сень. Что такое сень? Это покров деревьев, да, вот это вот дерево у вас, да, и вот у него крона, и эта крона сливается вместе, когда деревья растут вот рядышком. И вот это вот все, пожалуй, можно назвать сень. Когда вы находитесь под сенью дерева, вы находитесь в его тени, под его кроной, под его листиками, да, вот эта совокупность всех листьев. Сейчас в этом произведении мы найдем оба эти слова, попробуйте понять, в каком значении там это используется. И, как ты понимаешь, слова «зима стояла у двора». Наверное, это означает, что вот еще зима не пришла, если мы видим зиму как, например, персонифицируем ее, да, представляем себе такой грозной женщиной или не грозной, или как снежная королева, идущая, да, в снегах, закутанная, холодная. Зима стояла у двора, она еще не зашла к нам, еще нет как бы зимы, но уже холодно, уже, наверное, ноябрь, уже вы знаете, что уже... Уже даже не прекрасная осень, уже холода, что скоро-скоро придет зима. И теперь, собственно, сам знаменитый отрывок, который мы учим все наизусть, и, надеюсь, вы тоже. Итак, уж небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало, короче остановился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. В этом произведении очень точно, да, Пушкин описывает приход вот холодного, мёрзлого ноября, который, собственно, знаменует собой приход зимы. Караван, вот караван журавли, да, птицы улетают, вот караван, друг за другом они вот так расположены, да, летят. А скучная пора, почему? Дождит, холодно, слякоть. На нашей территории, по крайней мере, в нашем полушарии в это время года. И раньше действительно зимой было скучно, потому что ни у кого не было телевизоров, айпэдов, телефонов, да. Книги были далеко не в каждой семье дома, нечем было особо заняться зимними вечерами. И, конечно же, не было электричества, да, все сидели при свечах, те, кто могли себе это позволить, потому что даже свечи не были далеко не в каждом доме. Поэтому немножко... Цените то, что вы умеете и имеете сейчас в вашем доме. И вопросы к этому произведению. Вспомни, расскажи, что ты чувствовал, когда бродил в летнем лесу под сенью деревьев? Летом жарко, да, летом хорошо. Хотя под сенью деревьев, наверное, приятнее в теньке. Как ты понимаешь слова «небо осенью дышало»? Какое обычно осеннее небо? Ну, серое, да, очень часто с нависшими тучами, опять же, из-за того, в какой части России или мира вы живете. Небо осенью дышало, оно уже вот, смотришь на небо и понимаешь, что это действительно уже осень, да, вот вы уже чувствуете приход, тяжелые тучи, эти серость, явно не весеннее небо, да, другой совсем цвет даже у воздуха. Как ты думаешь, почему Пушкин назвал сень лесов таинственной? Да, почему шум, с которым падают осенние листья, печальный? Да, вызывает у вас такие чувства. Медленно-медленно, если сильного ветра нет, эти листики падают медленно и печально, да, потому что вы чувствуете приход зимы, и опять же понимаете, что природа затухает, активность понижается даже у людей зимой, да, темно, холодно. Какое настроение поэта открылось тебе в этом стихотворении? Тоска, скука, печаль, радость, грусть? Объясни свой вывод. Ну, наверное, немножко печаль, немножко тоски, да, немножко грусти, потому что впереди долгих 6 месяцев зимы иногда бывает. Поэт написал: «Приближалась довольно скучная пора». Почему он так думает, что ноябрь, последний месяц осени, скучная пора? Ну, немножко об этом я уже упомянула, да?
совсем... Я думаю, вам в ноябре вообще ни разу не скучно. У вас там школа и все такое, да? Но в то время это было действительно из самых тяжелых времен года, потому что дождь, слякоть, дорог нет, да? А когда мороз, там хоть можно проехать по дорогам, потому что снегом засыпаны на санях гораздо веселей, чем по грязи по колено пробираться из поселка в поселок. При наших-то расстояниях территории страны. Представьте себе, это несколько месяцев, чтобы добраться до столицы. Прочитай стихотворение так, чтобы стало понятно настроение поэта. Где ты сделаешь паузу? Какие выделишь слова? Попробуйте вы очень красиво, выразительно прочитать и записать себя. И присылайте мне, я с удовольствием послушаю, а лучше даже выставим у нас ВКонтакте или на страничке, или даже на Ютьюбе. А какие иллюстрации ты бы нарисовал? Да, посмотри вот на иллюстрации автора здесь в учебнике и подумай, что бы ты добавил. Или наоборот, может быть, что-нибудь совершенно другое, может быть, современные иллюстрации. Какой ноябрь для тебя? Угу. И выучи стихотворение об осени, которое тебе больше всего понравилось. Даже не обязательно из этой книги. Можешь взять Пушкина, можешь взять предыдущее стихотворение, которое мы читали, или вообще ты можешь найти его где-то сам в интернете. Но вот Пушкина, этот кусочек, мы все учили обязательно. Я думаю, вы тоже сейчас в школах это делаете, да? Окей, следующая тема. Осень пришла, в том же разделе мы с вами находимся. Словарная разминка перед тем, как читать отрывок из Паустовского «Прощание с летом». Прочитай правильно. Стучавший, свернувшийся, раскрывающийся, подкрадывавшийся, распространяющийся, вздрагивающий. Читаем по слогах, потому что длинные причастия всегда иногда вызывают проблемы с чтением. Даже я споткнулась, да? Представьте, как это иностранцам учить наши длиннющие слова с кучей суффиксов и окончаний. Это причастие. Помните, что это еще такое причастие? Слова образованы от глагола, да? Оно отвечает на вопрос «какой?». Стучавший, свернувшийся, подкрадывавшийся или какие, какое, естественно, понимаете, да? Что значит слова «уютное»? Стриха, хлестать. Возможно, только стриха вы не знаете. Стриха – это выступ крыши. Сейчас попробуем. Вот этот вот выступ крыши, который нависает, да, над углом, над стеной дома. Вот эта вот часть. На картинке видно. Там обычно селятся кто? Ласточки, птички, да, могут поселиться, видеть там свои гнезда под стрихой, да. Итак, переходим к чтению. Внимательно открываем учебничок и пробуйте сами почитать или вместе со мной глазками проследить, а потом, конечно же, все перечитаете сами. Поехали. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Был конец ноября, самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись в старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна. Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал. Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи, шумел огонь, ярко горели лампы, и все пел свою нехитрую песню «Медный самовар». Как только его вносили в комнату, сразу становилось уютно. Может, от того, что стекла запотевали, и не было видно одинокой бирюзовой ветки, день и ночь стучавшей в окно. Да, немножко такой печальный, не печальный, но навевает, да, такую осеннюю грусть. И обратите внимание, лампы, конечно же, ярко горели. Это не электрические лампы, это лампы керосиновые, которые раньше использовали. Если у людей был керосин, были деньги, чтобы его купить. Вот медный самовар, создающий уют. Опять же, это было целое действо, да, натопить самовар, заварить в нем настоящий чай, усесться всей семьей. Чаепитие могло занимать минуты, часы, даже не минуты, не так, как вы пришли, нажали кнопку на кухне, через одну минуту чайник вскипел, да. Представьте, вот сравните свое детство с детством с ваших дедушек, бабушек, с детством ваших предков, да, как люди жили. Конечно, для них это была самая тяжкая пора, пережить осень, пока зима, холода, когда хоть немножко мороз скует землю, и можно было передвигаться. Вот никто их не навещал, да? Как говорится, такую погоду и собаку не выгонишь из дома. Вот, в нашем климате
это очень хорошо отражается и на поведении людей, и на характере народа, на ментальности, да, все зависит, не все, но, поверьте, очень много зависит от того, в каком климате вы выросли. Если вы привыкли к суровым испытаниям на улице минус 20 зимой, вас уже ничем не испугать, да, а вы холодно, но вы встаете, идете в школу, и не боитесь ни снега, ни метели, ни морозов. Так воспитывается характер. Какие чувства вызвал у тебя этот рассказ? Мы немножко это уже обсудили. Подумай еще, о чем бы ты, что бы ты добавил. Прочитай сперва о том, что происходило в комнате, а потом, что происходило на улице. Да, сравните уют дома с этим холодом, да, вот эта одинокая береза без листиков, ветки, которые били в окно. Представляете себе картину, да? Как ты думаешь, почему автор написал, что дождевая вода хлестала в окно, а не струилась или стекала с него? Наверное, потому что был такой силы ливень, дождь, да, что под углом, когда капли падают, они уже не стекают, они реально бьют, как маленькие пульки такие, да, со звуком характерным. Струится и стекает с него, когда мягкий дождь, когда он не сильный, да, тогда струйками течет по стеклу. Сравни настроение в отрывке «Уж небо осенью дышало» и в рассказе «Прощание с летом». Одинаковое оно или разное? Ну, во втором рассказе, да, вот в последнем рассказе, здесь немножко все-таки веселее, здесь немножко вот рассказ про самовар, и вы сразу представляете, как вы садитесь, пьете горячий чай, ярко светят лампы, да, немножечко более веселее. Выучи наизусть, найди в рассказе Паустовского 2 или 3 предложения, которые тебе особенно понравились, и выучи их наизусть. Это очень хорошая практика, когда вы красивое длинное предложение несколько раз запоминаете, а лучше всего выпишите, да, и тогда вы можете этими словами красиво их использовать и в своей речи тоже. Потом вы этими же словами разговариваете. Вы так учите родной язык, а потом, и когда вы начнете изучать иностранный, я надеюсь, или вы уже учите, вы точно так же будете учить иностранный. Вы будете брать красивое словосочетание, разбирать в нем все слова, выписывать его, запоминать, а потом использовать в своей речи. Тем самым обогащая свои высказывания, обогащая свою речь и выражаясь очень красиво и правильно, и богато, да? Сочини рассказ, он предлагает. Начни его так. «Однажды осенью я вышел на улицу и увидел». Подумай, когда все будет происходить? Ранней или поздней осенью? В какое время дня? Да? Где это будет происходить, подумай, это в городе или в деревне? Сперва расскажи родным или друзьям, а потом запиши. Даже если это будет маленький рассказ, тренируйтесь. Даже если там будет всего 10 предложений, но уже вы можете какой-то сюжет придумать, пересказать и рассказать. Расскажи, когда бывает особенно уютно в твоем доме? Что ты чувствуешь в это время? Подумайте, то ли вы собираетесь на кухне, на улице дождь, слякоть, или гроза летняя, да, вы можете собраться на террасе, на веранде в это время, наблюдать за грозой и пить вкусный чай со вкусным вареньем, да, или свежие фрукты кушать, если это лето. Столько сразу ассоциаций, воспоминаний, да? И какие иллюстрации ты нарисовал бы к рассказу Паустовского? Даже если у вас нет карандашей, вы можете рисовать иллюстрации где? У себя в голове, в своем воображении. А потом, как только доберетесь до карандаша, попробуйте это все перерисовать из своего воображения, да, что вам ваш мозг подсказывает, какие картины всплывают. Это очень классное упражнение, да, для развития мышления. И вот один из примеров натюрморт камелия, это цветочек камелия, да, в окружении красивых бубликов, пряников, фруктов, книг. Это называется натюрморт. С французского натюрморт означает мертвая природа. Мертвая не в плохом смысле слова, а в том, что запечатлено не пейзаж, а, может быть, срезанные цветы, может быть, какие-то фрукты, что-то выложено красиво на столе в определенном порядке, да, на фоне шторы, на фоне какой-то драпировки, в нежных, красивых или сочных цветах. Камелия – это вот этот цветок вот у вас в горшочке в центре натюрморта. И следующий маленький кусочек, закончим его, это картинная галерея. Тут как раз объясняется, что натюрморт – это неживая природа. На таких картинах художники изображают либо сорванные фрукты, ягоды, овощи, либо убитых животных. Да, такое тоже бывает. В музеях Вены очень много красивых натюрмортов. А также разные вещи. Посуду, подсвечники, подносы, статуэтки и другие предметы. Да, посмотрим, какие фрукты нарисовал художник Машков на этой картине. Что больше всего привлекает твое внимание? Объясни, почему. Какие краски использовал художник?
и расскажите, какие фрукты вы видите на тарелке. Сейчас мы вернемся, да, к натюрморту. Представь, как пахнут эти фрукты, да, если ты к ним дотронулся. Они настоящие, они вот только-только сорваны. Там и груши, и яблоки, и гранат, я вижу, да, и во что-то оранжевое, возможно, лимон или апельсин даже. Угу. Свежая кожура такая шершавая у них, да, и, наверное, уже слюнки потекли у кого-то. Что больше всего привлекает внимание? Это, наверное, зависит от того, где вы сейчас, насколько вы голодны, да, и если смотрите на бублик, да, и хочется кушать, то, наверное, вы его первым увидите. Или яркие фрукты, сразу вспомните о лете. Что еще? Знаешь ли ты, что такое камелия? Как пахнут ее цветы? Постарайся узнать у взрослых, здесь предлагается. Ну, вот я вам немножко уже рассказала, что это цветок, вот он, да, камелия. А можно, как мы делаем, здесь чего-то не знаю. Мы открываем Google, заходим в свой планшет-телефон. Он вам не для того, чтобы играться, он для того, чтобы вы умнели, а не тупели. Поэтому открывайте в поиск, забивайте камелия, фото, или просто камелия, и вам сразу же выпадет статья из Википедии. Что такое камелия, где она растет? Ну, как она пахнет, вы там вряд ли узнаете, это надо самим понюхать. Вот, но картины, всё, картинки и все про нее, фотографии вы точно узнаете и почитаете больше, где она растет, и мне расскажете потом. Какое настроение, по-твоему, было у художника, когда он создавал эту картину? И какое чувство вызывает она у тебя? Всегда по цвету, по расположению, можно по цветам, которые использует художник, можно понять его настроение, да, в каком стиле он рисует, характер мазков, как он использует кисточку, широкими мазками, грубыми или точными, с фотографической четкостью, да. Это очень много может рассказать о его настроении, есть ли там свет, попадает ли там открытое окно или просто без, в искусственном освещении, при свечах сделан, нарисован натюрморт. Поэтому часто ходите в музеи. Да, их очень много красивых, хороших музеев в Питере, да, везде, в Москве и в других городах, даже если вы не живете в Вене. И обязательно анализируйте, перефотографируйте, запускайте себе в Инстаграм. Я, например, очень люблю фотографировать красивые картины, а потом их описывать, немножко автора добавить и выставить в Инстаграм. Кто-то увидит и запомнит, откуда это было и кто нарисовал. Это тоже повышает вашу общую образованность. Окей? Договорились? Все, пока-пока.